Те, кому я безусловно верю, открыто говорят друг другу о трагизме положения, тупости наших военных и о том страшном, что нас ждет всех, если русские ворвутся в Берлин. А Штирлиц отвечает: ерунда, все хорошо, дела развиваются нормально. Я спросил себя, а не болван ли он? У нас ведь много тупиц, которые бездумно повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Тогда почему же он не искренен? Он или никому не доверяет, или чего-то боится, или что-то затевает и хочет быть кристально чистым. А что он затевает в таком случае?